Информация об объектах, находящихся в собственности Мозырского района и подлежащих продаже с аукционных электронных торгов в 2018 году. Незавершенное капитальное строение 59% готовности. Мозырь, улица Социалистическая, 120-35. Незавершенное законсервированное капитальное строение 10% готовности. Кафе на 150 мест. Мозырь, улица Интернациональная, 119А. Капитальное строение. 3 здания и сооружения расположены по адресу. Мозырь, улица Крупской, дом 11. Капитальное строение, изолированное помещение. Гомельская область, Каменский сельский совет. Поселок Сосново, 13А. Капитальное строение, здание склада бензина. Мозырский район, Михалковский сельский совет, 57. Капитальное строение, здание бытового корпуса. Мозырский район, Михалковский сельский совет, 59. Капитальное строение, здание склада мазута с насосной станцией. Мозырский район, Михалковский сельский совет, 58. Капитальное строение, здание склада парафина и аммиачной воды с насосной станцией. Мозырский район, Михалковский сельский совет, 63. Административное здание, Норовлянский район, деревня Заводь. Капитальное строение, город Мозырь, улица Котловца, 2А. Автостоянка, Мозырский район, дорога Р-131, 161 километр.